Всем привет, меня зовут Снежана, я рада видеть вас на канале Bird Space. И сегодняшнее утро я решила начать в парке. Здесь так тихо, спокойно по утрам, можно встретить местных жителей, в смысле белочек. А еще я подумала, что вы на самом деле многого обо мне не знаете, много новых подписчиков, и даже о моих птицах поступает достаточное количество вопросов. И знаете, моя птичья история началась более 15 лет назад, когда появился в доме первый попугайчик. Но никто не знал, что будет дальше. А дальше были годы изучения попугаев, работы над ошибками и совершенствования. Выкупала и лечила птиц, училась и работала, а на собранные деньги смогла начать путешествовать. И не только побывала в самом крупном парке птиц, но и не раз наблюдала за попугаями в естественной среде обитания на разных континентах, которые живут счастливо, без клеток и ограничений. 5 лет делюсь с вами на канале своей жизнью и событиями, связанными с птицами и не только. И до сих пор выкупаю больных птиц и забочусь о них. И всегда благодарна за вашу поддержку. Вот один из моих попугаев, это голубчик. Посмотрите, какое красивое у него стало оперение. Лечение ему явно пошло на пользу. И, кстати, по поводу кокоду, о котором вы просто все спрашивали. Кокоду я отправила, точнее, не кокоду отправила, а его перья отправила на анализ, когда первый раз к нему приезжала. Вот результат. Это два анализа, без которых эту птицу в стаю точно нельзя было бы брать. И они отрицательные. Это очень хорошо, просто замечательно. Потом я свозила его на рентген, анализы, кровь. И там нашли аспергиллез. Это грустно, конечно же, но, скажем так, это было ожидаемо, потому что у большинства нелетных птиц он есть, птицу нужно будет пролечить, и я знаю, что меня смотрит даже много моих друзей. Если вы хотите помочь мне с выкупом, и выкупом в смысле, чтобы купить эту птицу и на последующее лечение, то вы можете мне помочь, скинуть денежку на карточку. Я оставлю в описании данные. И просто можете пошарить это видео в соцсети, рассказать своим друзьям, чтобы просто больше человек это видео увидело. Любая поддержка важна, в том числе информационная. Можете написать пару добрых слов в комментариях. Мне, естественно, будет приятно. И я действительно буду счастлива, если получится выкупить и вылечить эту птицу. Я желаю всем птицам, грубо говоря, их владельцам добра. И, конечно же, хочется помочь этому малышу. Его много лет назад, больше 10, если не ошибаюсь. Вот, кстати, он здесь. Это как я его возила на рентген. Остались чуть-чуть кадры. Он больше 10 лет уже, скажем так, его отдали прошлые владельцы. Он с ними не живет. Он жил в государственном учреждении, и на данный момент есть возможность его оттуда забрать. Естественно, я хочу его забрать, чтобы пролечить, чтобы он был счастлив, чтобы проводить с ним больше времени, так как у меня сейчас позволяет возможности. Если вы хотите мне в этом помочь, я буду только рада, естественно, буду вам рассказывать на канале, в Инстаграме, в ТикТоке об этом. И спасибо за вашу поддержку. С вами Снежана и канал Bird Space. Жду с нетерпением ваших комментариев и до скорых встреч. Пока-пока. Надеюсь, уже с кокодушкой. Пока.